Всем привет! Сегодня я буду снимать Майнкрафт на сервере Майнплекс. Буду находить всякие такие штуки, как там они называются, я не помню. Короче, еще раз привет. Опять привет, только вот таким образом. Сейчас я буду снимать Майнкрафт на сервере Майнплекс. Ну вот, видите, там, в принципе, Майнплекс. Я хочу на эту надпись залезть. Ладно, сейчас надо включить кое-что. Я в настройки. Видео, вид от первого лица. Все, чтобы... Ой, блин. Продолжить игру, вот, все. Чтобы было легче искать. Сейчас мы будем бегать и искать вот... Ну, что-то типа вот этого. Медик. Обожаю медик. Ну вот, хорошо. Все, чтобы получить сундучок. И это пригодится тем, кто только начинает играть... В Minecraft Bedrock, вот тут написано, Mineplex Bedrock Edition, вот. Это для тех, кто не в курсе, в моем предыдущем видео, может оно вылетело, я просто в один день два видео снимаю, вот. Короче, мы ищем трофеи, вот, точнее, не трофеи, а как они называются, ну, по-моему, трофеи, Хорошо, что тут урон не наносится. Ой. Лучше вот это, Не обращайте внимания на текстурку тотема, ну, лучше его не буду тут держать. Да, я написал, если что, там, то, что я в Ютубе. Может, русский кто-нибудь есть, это в Ютубе, в Ютуб захочет попасть. Эй, чувак, ты в Ютубе, ты в курсе? Ты в Ютубе, понимаешь? Игнорирует приглашение. Да ты мне не нужен, блин, понимаешь? Все, ладно. Я тут немного побегал, вот я покажу те, которые я находил. Я просто... Я тут как бы искал, но сервер обновился, поэтому, ну, мне, честно говоря, без разницы на это все. Вот тут на корабле, если что, есть вот такой хот-дог. Да, вот я уже его находил, так что... Здрасте. О, можно посидеть. Дайте я сяду, Где? Что-то там ящик какого-то нуба. Там кто-то открывает. Ай! Блин, вот зачем ночное зрение выдали? Я ничего не вижу в воде теперь. Ну, сервер огромный, там это, он до далёкой земли идёт. Rare baby zombie питомца нашел, короче. Ладно. Третий маленький зомбак, вот там это кого-то, кто-то его нашел сейчас. Я иду. Я по лесу, я иду, и кого-то я найду. Только я не в лесу иду, а в городе. Давай. О! Морожка. Я, кстати, по ней сразу критический урон нанес. Ну, раз там урон не наносится, и так что ладно. Пум-пум. Попкорн. Ой. Не знаю, есть версия этого сервера на компьютер, но для тех, кто играет на телефончике, вот, ну просто на Ютубе нет, по-моему, мало каналов в Майнкрафт на телефоне, все просто на компьютерах. Так на компьютере будет удобнее всего, будут постоянно выигрывать в всяких там Бэдварсах, Скайварсах или Кейкварсах. Кстати, я заснял видео там про Кейкварс. Ладно, да где? Я не могу найти, вот я честно, вот я пытаюсь найти. Ну, там, это я находил. Я подумал, нашел и не заметил. Что тут? А, тут нету? Вроде да. Ладно, вот я бегу сюда. Можно посидеть. Не понял. Тут что, показывал то, что скорости заканчивается, что ли, или мне показалось? Потом запись пересмотрю. Вот еще я не находил. Ой, у меня телефон садится, не обращайте внимания. Это я находил вроде? А его лагает сильно. Что так виснет? Сейчас запись идет, а идет. Извините, просто я это не уверен сейчас. Я подождите немного, сейчас мне надо телефон на зарядку поставить. Не повезло, конечно, то, что прям на видео. Вот, все, заряжает. Все, ну что, погнали. Сейчас. Вот, все, погнали. Погнали искать дальше. Вот на какой-то там домик можно, по-моему, забраться. Да, вот на тот домик можно забраться. Вон там.
Кстати, не обращайте внимания, друзья, то, что кто-то там еще разговаривает, это просто на улице у меня вот, блин, ютуберу мешают. Find game. Какие-то команды, короче. Knocked out. Да ладно, без разницы на это все. Я иду. И я трофейчик найду. Трофей вроде бы называется. Как в Бравл Старсе. Кстати, рекомендую игру Бравл Старс. Тоже очень крутая. Не круче Майнкрафта, но крутая. Я хотел сделать water drop. Ну, то есть упасть в воду я хотел. Ну, не получилось. Так. О, тортик. Надо его в три кварца забрать будет. Ладно, шучу. Ой-ой-ой! Да где все штуки? Я не могу найти. Блин, на моем канале, по-моему, нельзя комментарии писать. Ну, а так было бы прикольно. Так, что тут? Тут ничего нету. Кстати, у меня красивый очень стрим, где я своему персонажу руку изменил. Вот очень хорошо видно. Медик. Так, также с улья в Майнкрафте падает медик. Тут, кстати, задохнуться нереально на этом сервере. Хотя эффекта водное дыхание нет. Тут только ночное зрение 2 и скорость 2. Я иду. И попкорн найду. Точнее, я уже нашел. Все, прыжок. Паркур. Прыгаем. Давай, прыгаем. И сейчас, опа. Как правильно наносить критический урон врагам? Бам, с прыжка. А, тут и так отображаются какие-то частички. Ладно, все, побежали. Tap to open. Friends. Ну, friends. Не работаешь ты, цыпленок. Утенок, ты не рабочий, понял? Либо ближе надо подходить, не знаю. Ладно, все, я бегу туда, например. Я бегу куда? Не знаю, блин. Зависает Майнкрафт, это потому что нагрузка высокая. Ай, блин. Надеюсь, сервера не вытянет. Блин. Ой-ой-ой. Жестко лагает, ну ладно, это пока, наверное, всем. Просто жесткие лаги. У меня нет возможности нормально записывать. Я боюсь, что вылетит Майнкрафт. Ну, короче, ладно, всем. Всем пока. Извините, все. Всем пока. Спасибо за просмотр. Лайк, подписка, колокольчик. Вот это моя любимая эмоция, кстати, она такая крутая. Ладно, ну, короче, всем пока. Извините, не могу выключить запись.